Цветущие клумбы создают настроение лета. Ненецкая телерадиокомпания решила добавить городу красоты и оформила вход в офис с цветами. Мы просто отвезли пустые вазоны в комбинат «Солнышко», где профессионалы по всем правилам посадили в них цветы. Трудность была только одна – выбрать из многообразия готового посадочного материала что-то одно. По совету специалистов мы остановились на желтых и оранжевых шарах бархатцев. Они адаптированы к нашему северному лету и могут простоять до первых заморозков. Вот так можно сделать красивыми не только клумбы возле административных зданий, но и каждый двор нашего города.